Мы сегодня вручаем актеру Ивану Охлобыстину настоящую кровь. Вот, это настоящая кровь, здесь есть и моя кровь также, потому что Иван Охлобыстин постоянно жаждет крови и украинской, и русской. Он предлагает на танках въехать в Киев, он предлагает начать кровопролитную войну и завоевать Одессу. Он желает в своем твиттере украинцам, всем украинцам, погибнуть от взрывов ядерных реакторов. Поэтому вот такой подарок будет совершенно уместен. О, благодарю вас. Кровь натуральной первой свежести для... О... Кровь украинского и русского народа. Смешанная. Смешанная, потому что мы знаем, что Иван Иванович жаждет крови украинского народа. Он постоянно говорит о том, что необходимо захватить Украину, о том, что необходимо въехать на танки в Киев, что необходимо захватить Одессу. В воскресенье он будет в Донецкой Народной Республике. Он хочет, чтобы все погибли украинцы. Правильно же? В твиттере писали? Хорошо, я оставлю. Кровь я получил. Чтобы они погибли, чтобы они погибли.